Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева 10 июля отметила 70-летний юбилей. Телеведущая порой сама забывает, сколько ей лет, потому что чувствует себя намного моложе реального возраста. Народная артистка поделилась тем, что помогает ей оставаться в прекрасной форме. Артистка всегда положительно относилась к современным возможностям косметологии и пластики. Она не боится появления морщин, опущения век и других признаков старения. Веденеева давно придерживается хирургического омоложения. В беседе Татьяна Вениаминовна рассказала, что молодость помогает сохранить не только современная косметология и правильное питание. Основной секрет заключается в состоянии ее души. Ведущая «Спокойной ночи, малыши» по своему характеру является своеобразной хулиганкой. Телезвезда любит экспериментировать и может себе позволить наряды, в которых большинство женщин-ровесниц не осмелится появиться.